Ну, уже уходит. Я хочу обратиться к людям, которые стояли на Майдане, которые привели к власти людей. Я не просто не могу, чтобы не выразиться людей. Плохо. Не людей, которые 23 года разворовывали эту страну, а сейчас убивают женщин и детей в Славянске. Спасибо. Сейчас ты исполнишь. Там террористы, это мы. Я и все вот эти люди, которые являются жителями Донецка, Донецкой области, Луганска, Луганской области. Вот мы террористы, получается. Потому что мы не хотим, мы не согласны с этой властью.